встретили Рождество британские монархи и семейство Трампов? Где лучше устраивать праздничное купание и где можно увидеть Санту на водных лыжах? И как это отмечать главный христианский праздник вдали от родины? О Рождестве в разных уголках мира подробнее в нашем обзоре. Рождество по-королевски. Праздничную литургию британские монархи посетили в полном составе. К ней присоединилась и Меган Маркл. Она стала первой невестой, которая встречает Рождество с королевской семьей. Для Меган сделали исключение, ведь обычно тех, кто еще официально не является членом монаршего семейства, в церковь не допускают. Елизавета II приехала позже, в ярко-оранжевом наряде. Рождество семья по традиции проводит в Сандрингемском дворце в графстве Норфолк. Американский президент Рождество встретил в солнечной Флориде. Там он отдыхает в своем поместье Мар-а-Лаго. Накануне праздника поиграл в гольф, поздравил американцев традиционно в Твиттере. Вечером отправился на рождественскую службу в ближайшую церковь вместе с супругой Меланией. Этот храм для них особенный. Здесь пара венчалась. И здесь крестили сына Беррона. А в Берлине отличились отважные санты. Несколько десятков человек в рождественских костюмах искупались в озере в центре города. Зима в немецкой столице в этом году относительно теплая. Снега нет, температура воды плюс 5. Традиции рождественского купания в Берлине уже почти 100 лет. Столько существуют клубы любителей такого зимнего экстрима. В Австралии желающих искупаться было побольше, невзирая на холод и ветер. Рождество там тоже встречали в купальниках и шапках Санты. Катались на досках, прыгали на волнах и фотографировались возле елки. На Сиднейском пляже ее устанавливают каждый год. А для спасателей это горячая пора. Нередко приходится вытаскивать из воды тех, кто празднует особенно буйно. Сани на водные лыжи променял американский Санта. Вместо эльфов и оленей обзавелся гидроскутерами. Это традиционное представление на реке Потомак. Его устраивают уже 32 года подряд. Особенно нравится детям, ведь Гринч, похититель Рождества, забрасывал их конфетами. Вдали от дома встречали Рождество американские военные. Тем не менее, на базу в Южной Корее тоже заглянул Санта и привез праздничный ужин. Индейку, салаты, коктейли, пирожное и огромный торт в виде елки.